Indra made this mistake with Krishna. И Индра, он допустил эту ошибку с Кришной. Because Nandan Maharaj, as you know the story, Nandan Maharaj was going to do a nice offering for Indra. Поскольку вам знакома эта история, Нанда Махарадж, он собирался совершить жертвоприношение Индре, подношение Индре. But little Krishna, he persuaded his father not to offer what has been prepared for Indra, but will offer it to Govardhana instead. Но маленький Кришна, он переубедил Нанда Махараджу в том, что нет необходимости приносить подношение Индре, вместо этого необходимо провести жертвоприношение Говардхану, Говардхану Пуджу. And when Indra heard about it, и вот когда Индра узнал об этом, he immediately started comparing, он немедленно начал сравнивать. Comparing his puja to Govardhan puja. Он начал сравнивать свою пуджу с пуджей Калму Говардхану. Who is this talkative boy? И кто же этот болтливый мальчишка? These people are calling Krishna. Которого люди зовут Кришна. How dare he stop the sacrifice meant for me? Как смеет он останавливать жертвоприношение, предназначенное мне? These people of Vrindavan, they have neglected my authority. Эти люди из Вриндавана, они пренебрегли моим авторитетом. Самвартака. Самвартака. Видите, он сначала сравнивает. Next is competing. И дальше начинает соревноваться. Самвартака. 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 See, anger, anger develops. Видите, таким образом мгновенно проявляется гнев. Go there now. Отправляйся туда немедленно. And date that whole area of Vrindavan. И уничтожь всю местность Вриндавана. Destroy them. Уничтожь их. Hey, Mo. He's the king of heaven. Понимаете, Индра, он же царь рая. You would expect that he would be a little bit more graceful. И, конечно же, хочется верить в то, что он должен быть более обходительным. But he was so, sometimes so proud and arrogant with all the worship and respect that he had as Lord Indra, that sometimes he would get himself into trouble. И на самом деле он настолько, временами он был настолько заносчив и высокомерен, что эта заносчивость и высокомерие, а также сравнение себя и Господа Кришны, оно все-таки вовлекло его в хорошенькую переделку. So, Samvartaka, it's the cloud of devastation. И вот Самвартака — это облако, это туча разрушения. And the residents of Vrindavan were perturbed. They were helpless. И жители Вриндавана, они были беспомощны, они были напуганы. They took shelter of Krishna. И поэтому они приняли прибежище у Кришны. Krishna. Кришна. Please help us. Пожалуйста, помоги нам. Indra is angry. Индра, он разгневан. He's going to destroy us. Он собирается уничтожить нас. И что же ответил Кришна? I will not let Indra destroy you. Я не позволю Индре уничтожить вас. I will not let Indra destroy you. Я не позволю вам Индре уничтожить вас. Your love for me is too great. Ваша любовь ко мне, она настолько велика. I will protect you. Что я защищу вас. So what did he do then? И что же он дальше сделал? He lifted up Govardhan Hill. Он поднял холм Говардхана. And he asked everyone to come underneath. И пригласил всех пройти под него. There was no discussion. Не было вообще обсуждения какого-либо. Should we have a meeting about this? Так, может, соберемся, проведем встречу, обсудим это. There is a split between the community. Ну и вот общество оно разделилось, вот к примеру.
мнения разделились. Well, we don't believe Krishna can hold that hill for any longer than 3 minutes. Ну и вот одна сторона, например, сказала бы, ну мы сомневаемся, что Кришна даже 3 минуты продержит этот холм. And the other side says, no, no, he's Krishna. Krishna can do anything. Ну а другая сторона, например, говорила бы, ой, нет, он же Кришна, он же все может. Come on, let's go. Давайте, идемте под холм. No, we have to have another meeting. Нет, и кто-то бы сказал, нет, давайте еще посовещаемся. You know how we do things down here? Знаете, как мы часто устраиваем? Just to get from A to B, it's so difficult sometimes. Просто из пункта А в пункт Б переместиться, это так сложно для нас оказывается. So what did they do? И что же сделали они? Krishna says, come under the hill, we're coming. И Кришна сказал им, заходите все, становитесь под холм. И они сказали, идем. This is cooperating. And then after cooperating, what did they do? В этом и проявляется сотрудничество. И что же они делали после того, как они так здорово посотрудничали? They were under the hill. Они находились под холмом. Krishna was standing there. Кришна так вот стоял там. And they started to compliment Krishna. И они начали Кришне говорить комплименты. Oh, Krishna, you have saved us from this inundation. Они сказали, о, Кришна, ты спас нас от этого разрушения. And then just to, you know, intensify the mood of cooperating, the coward men got their sticks and said, we'll help you, Krishna, we'll help you. И для того, чтобы еще усилить дух сотрудничества, пастушки, они достали посохи и сказали, Кришна, мы идем, мы тебе поможем держать Гвардхан. This is the mood of Vrindavan. И в этом и проявляется умонастроение Вриндавана. Умонастроение духовного мира. Но в материальном мире существует это сравнение и соперничество.